Добрый вечер. В эфире Новоуральская вещательная компания, программа «Объектив». Смотрите в этом выпуске. Областная общественная палата примет участие в обсуждении бюджета на 2016 год и возьмет кураторство над наиболее интересными и перспективными социальными проектами. А члены Новоуральской общественной палаты сегодня среди прочих вопросов обсудили проблемы села. У мусульман сегодня один из наиболее значимых исламских праздников – Курбан-Байрам. На борьбу с мусором вышли новоуральские школьники. Они участвуют в экологической акции «Чистые берега». Вместо лекций – спортивная пробежка к декаде бега. Сегодня присоединились студенты МИФИ. Общественной палате Свердловской области следует принять участие в обсуждении регионального бюджета на 2016 год, а также в общественной экспертизе важных нормативно-правовых актов, принимаемых в регионе. Это будет способствовать социально-экономическому развитию Свердловской области и защите прав и интересов жителей Среднего Урала. Об этом сказал руководитель администрации губернатора Сергей Пересторонин, который по поручению главы региона принял участие в заседании общественной палаты. Роль общественной палаты как связующего звена между гражданским обществом и органами власти приобретает особое значение. Поставлены серьезные задачи – создание общественных палат в муниципалитетах, усиление взаимодействия с некоммерческими организациями, в том числе кураторство над наиболее интересными и перспективными социальными проектами, содействие в продвижении социально значимых общественных инициатив. Особая роль, по словам Сергея Пересторонина, отводится общественной палате в вопросах проведения общественной экспертизы и общественного контроля. В рамках проведения общественной экспертизы прошу вас принять активное участие в обсуждении бюджета 2016 года, привлечь внимание общественных организаций к реализации основных государственных программ в Свердловской области. Для этого у вас есть все возможности. В рамках разработки закона Свердловской области об общественном контроле необходимо учесть инициативы Общественной палаты Российской Федерации и уделить особое внимание деятельности общественных советов при наших министерствах и ведомствах как важной и неотъемлемой части общественного контроля. Предлагаю вам проанализировать эффективность деятельности общественных советов, подготовить предложения и обратиться с ними в правительство Свердловской области, в общественные организации региона. Отметим, Общественная палата России разработала стандарт формирования и координации деятельности общественных советов при министерствах и ведомствах. Как подчеркнул председатель палаты Станислав Набойченко, сегодня особенно актуален общественный контроль в сфере ЖКХ. Обоснованность палаты, качество обслуживания. У нас есть опыт работы в этом направлении, есть экспертизы, которые могут дать взвешенную оценку. Сегодня нам важно работать единой командой в интересах общества, подчеркнул Станислав Набойченко. Общественный контроль – это еще и неотъемлемая часть комплексной работы по противодействию коррупции. В ходе прошедшего на днях заседания Совета по противодействию коррупции отмечено, что взаимодействие власти и институтов гражданского общества необходимо для принятия эффективных управленческих решений, региональных нормативно-правовых актов, исключающих коррупционные проявления. Сегодня на очередное заседание собралась и Общественная палата Новоуральского городского округа. Обсудили четыре вопроса, в том числе проблемы сельских населенных пунктов округа. Продолжит Никита Евсеев. Большую работу проделали участники общественной палаты в составе группы по выявлению проблем жителей сельских населенных пунктов. В частности, беспокойство у общественников вызвала уборка урожая агрофирмой «Уральской». На сегодняшний день идет уборочная кампания. Уборочная кампания, конечно, идет очень тяжело с погодными условиями. Но что мы имеем на дату 23 сентября? Значит, площадь пашни 3069 гектар, картофеля 200 гектар засажено, под капустой 20 гектар, под морковью 10 гектар, под свеклой 5 гектар, кормовые культуры 2834 гектара засажено. Убрано урожая на сегодняшний день. Картофеля 103 гектара, капуста 13 гектар убрано, моркови 0,3 гектара убрано, под свеклой не убрано еще нисколько, кормовые культуры 1781 гектар убрано. Ну, уборочная компания как бы у них 50 на 50. Помимо этого, внимание участников рабочей группы было привлечено в положении дел в обучении детей начальных классов во вторую смену и медицинским обслуживанием сельчан. Медицина
Медицина у нас в Тарасково начнет. 1400 человек жителей. 2 года без 1 месяца мы находимся практически без медицинской помощи. Выездная бригада, она только принимает людей и выдает бюллетени и направляет куда-то на лечение. Ни уколы, ни капельницы, ни физкабинет у нас вообще не работает. Прививочного кабинета тоже нету. Люди ездят с детьми в город. Вот это у нас очень-очень большая проблема, и это мы озвучивали проблему все на всех уровнях, где я вот бывала. И мы ждем открытия нового медпункта, как манну небесную. И действительно, работа фельдшерско-акушерских пунктов, так называемых ФАПов, в каждом сельском образовании необходима. Это признает и руководство города, и медики. К сожалению, не все деревни и села могут на это рассчитывать, ввиду современных нормативов и стандартов. Но пути выхода из подобных ситуаций ищутся. По Тараскам, да, там обязан быть ФАП. Я никогда этого не отрицал. И он там был. Но опять же, там были имущественные проблемы. Ну и в конце концов, что долго говорить, его Росздравнадзор закрыл. Потому что, в принципе, он также не соответствует никаким санитарным нормам и правилам. Но вот совместные усилия администрации и наши, я думаю, что увенчаются тем, что ФАП там откроется. Ну я на 100% это уверен, потому что город здание строит. Значит, у нас мы сейчас уже на уровне, так сказать, посещения строительных оперативок работаем, там все будет сделано должным образом. И, соответственно, на нас, так сказать, оборудование, наша доля это оборудование, инструментарий и все прочее, так сказать, для этого ФАПа. У меня это дело на контроле, все конкурсы будут проведены, я думаю, своевременно. И как только строители сдадут, мы смонтируем там сантехнику, медицинское оборудование и все прочее, и начнем. И, наверное, вместе с вами пойдем ленточку резать. Помимо этих вопросов, на заседании общественной палаты обсуждалось начало отопительного сезона в городе. Также прошла презентация о создании территории опережающего развития на базе округа. Никита Евсеев, Юрий Михалев, Новоуральская вещательная компания. К другим темам. Губернатор Евгений Куйвышев поздравил мусульман Свердловской области с одним из наиболее значимых исламских праздников – Курбан-Байрам. Этот праздник знаменует завершение паломничества к святым местам, служит сближению людей, утверждает в обществе идеалы добра, милосердия, сострадания, укрепляет уважение к религиозным и национальным традициям. В обращении главы региона отмечено – Свердловская область – один из самых многонациональных регионов России. У нас проживают люди более 160 национальностей, представители всех основных мировых религий. Мусульманская община региона активно участвует в общественной жизни Свердловской области, ведет активную благотворительную и просветительскую деятельность, вносит весомый вклад в поддержание межрелигиозного и межнационального согласия, упрочение цивилизованных межконфессиональных отношений, подчеркнул глава региона. Отметим, Свердловская область признана одним из тех регионов России, где наиболее эффективно и успешно проводят национальную политику. Приоритетом последовательной и системной работы является создание равных возможностей и условий для развития всех народов, их духовной культуры, родного языка, национальных обычаев и традиций. В священных писаниях вот всех религий написано, что мы должны помогать друг другу. Помоги ближнему. Исянмесис ипташляр дуслар, мусульманнар, курбан байрамы белән, сезне, барыгызны да. Поэтому поздравляю всех вот с этим замечательным праздником, всемирным праздником. Тем более в это сложное экономическое время, да, экономика, политическая. Вот хоть и в Священном Писании написано, что помоги ближнему, к сожалению, вот в Азии происходит сегодня, все происходит от исламского государства, да, разрушение идет настоящее, то есть не помощь друг другу. Поэтому я еще раз призываю всех терпимости, помогайте друг другу. Конечно же, здоровья, благополучия, мирного неба. Инвестиционный форум Минно-Новоуральск завершил свою работу. Тысячи людей принимали участие в организации и проведении форума на высоком уровне. Не осталась в стороне и Новоуральская вещательная компания. О том, что было в кадре и за кадром, расскажет Наталья Ребрищева.
почти 2 километра кабеля, 6 видеокамер, около 100 записанных интервью, 2 терабайта отснятого материала. Новоуральская вещательная компания с утра и до самого вечера освещала работу двухдневного инвестиционного форума. И на Новоуральск-2015 посетили более 5000 новоуральцев и гостей города. Они смотрели мероприятие лично. Другие это делали виртуально, с помощью технических средств НВК и наших работников. Новоуральская вещательная компания на форуме работала в прямом эфире. Трансляции осуществлялись с онлайн-выходом в интернет на сайт YouTube. Дорогие друзья, Новоуральская вещательная компания продолжает свою работу в прямом эфире. Сейчас гость нашего павильона, депутат Государственной Думы Российской Федерации Александр Петрович Петров. Прямую трансляцию в сети интернет. Сейчас мы находимся возле стенда одной из старейших строительных компаний города «Дедогор». Новоуральская вещательная компания продолжает вещать в прямом эфире в сети интернет. Сейчас гостем нашей передвижной студии Елена Владимировна Красникова, директор управляющей компании «Санаторий Зеленый мыс». Я и мои коллеги продолжают знакомить всех телезрителей, всех, кто смотрит прямую трансляцию из концертно-спортивного комплекса с участниками этой выставки. Новоуральская вещательная компания продолжает онлайн-трансляцию из концертно-спортивного комплекса. Буквально через несколько минут начнется церемония закрытия первого дня выставки «Инна Новоуральск». Владимир Николаевич. Виктор Анатольевич, добрый день. Здравствуйте, эфир прямой, да? Да. Да, здравствуйте, Альбина. Все посетители глобальной мировой сети смогли посмотреть торжественные церемонии открытия и закрытия форума, награждение победителей конкурса «Предприниматель года» и другие важные события «Инна Новоуральска». Журналисты и операторы, монтажеры и звукорежиссеры, весь коллектив Новоуральской вещательной компании работал полных 2 дня, освещая форум. Мастер-классы, круглые столы по тематикам, открытие сырной линии на молочном заводе и единого центра поддержки предпринимательства, сельскохозяйственная ярмарка, а также стенды и работа самих участников выставки. Все самое интересное и инновационное, что было представлено на форуме и на Новоуральск-2015, осталось в объективе наших камер. Это пусть и не рядовое событие для телекомпании, но далеко не первая масштабная работа на подобных мероприятиях. Плоды многочасового труда – это специальные выпуски и аналитические тематические программы. Работу нашей сплоченной и профессиональной команды с удовольствием смотрят наши телезрители. Причем как в эфире на канале ОТВ, так и на нашем сайте и в социальных сетях. Смотрите местное телевидение? Да. Какие каналы, какие передачи вас больше всего интересуют? Ну, я местное телевидение чаще всего смотрю, когда идет НВК. Интересуют новости Новоуральска, что у нас происходит. А помимо телевидения, смотрите ли нас в интернете? Да. Знаете ли, что у нас есть свои сайты, свои страницы, группы? Да, знаю. И в ВКонтакте у вас есть своя группа, и на Ютубе есть свой канал. Я везде вас посещаю, везде смотрю. Сейчас вы пришли к нам, сюда, к нашему стенду, в наш павильон, Новоуральская вещательная компания. Наверное, смотрите наше телевидение. Какие передачи нравятся? Ну, новости обычно смотрим на ВК. Интересно у вас? Да, смотрите. Да. Ну, новости. Вот. Смотрите ли вы местное телевидение? Ну да, конечно, смотрим. Мне кажется, все смотрят. Все равно что-то происходит в городе, это интересно знать о своем городе. А какие программы больше всего нравятся? Какие тематики? Может, какая-то конкретная тема вас интересует? Да, особо таких как бы нету. Обычно новости, так скажем, что вот на сегодняшний момент что-то произошло, что-то как бы... Может, когда вещают, что приезжают из других городов. На борьбу с мусором вышли городские школьники. Они приняли участие в экологической акции. Ученики с 5 по 11 класс прибирали территорию в лесополосе по улице Октябрьская, рассказывает Ольга Воинова. Банки, бутылки, остатки мангалов и даже проржавевшие пружины от старого матраса. Чего только не увидишь в излюбленных местах отдыха новоуральцев. Сегодня сотни новоуральских школьников в рамках акции «Чистый берег» вышли на уборку побережья Бунарки, чтобы прибрать тот беспорядок, который взрослые оставили в лесу за летний шашлычный сезон. Сегодня проходит традиционная природоохранная акция «Чистый берег». Она реализуется в рамках муниципальной программы «Родники».
Координатором этой программы у нас в городе среди образовательных учреждений является Центр внешкольной работы. Мы работаем в рамках областного проекта «Родники», наш город и все образовательные учреждения города. Данная акция проходит ежегодно во многих городах, а с 2001 года. Но в Новоуральске имеет настолько массовый характер, что организаторов новоуральской акции «Чистый берег» приглашают и в другие города для передачи опыта. В Горнозаводском округе очень заинтересованы нашей программой, потому что ни в одном округе городском нет такого, чтобы школы так, скажем так, масштабно между собой взаимодействовали. Везде как-то вот представляют отчеты одно образовательное учреждение само за себя, а вот чтобы вот так вот как бы была такая общая городская программа, нигде такого нет. И нас даже приглашали поделиться опытом. Мы спросили участников акции, что они могут пожелать взрослым, которые отдыхают в лесу. Чтобы берегли наши леса, чтобы нигде не мусорили, чтобы была полная чистота. Если, например, делают костры, туда убирают за собой, выкидывать мусор. Чтобы не мусорили. Чтобы не мусорили. А нам потом не пришлось это все собирать нашими руками. Чтобы они тоже приходили, участвовали в подобных делах, собирали мусор, не бросали вот как бы мусор везде в речку, что тоже ведь природа загрязняется. Устами младенца глаголит истина. Конечно, участники акции «Чистый берег» давно не младенцы, но истина от этого не перестает быть истиной. Сегодня эти герои борьбы с мусором в лесах вместо того, чтобы отдыхать после занятий, исправляли ошибки взрослых. Несколько сотен школьников, сотни пакетов с мусором и 2 часа времени. Мы призываем горожан прислушаться к мнению своих же детей и убирать за собой после отдыха. Дорогие зрители, пожалуйста, не мусорите на реках, нам много убирать. Ольга Войнова, Дмитрий Дедюхин, Уральская вещательная компания. 27 сентября в столице Среднего Урала пройдет областной забег «Кросс-нации». Участие в нем примет и новоуральская делегация. В нашем городе массовые старты пройдут в субботу 26 сентября. Традиционно предваряет «Кросс-нации» декада бега. На дистанцию выходят дошкольники, школьники, студенты. Евгений Гурин продолжит. В преддверии «Кросса наций 2015», который пройдет в Новоуральске 26 сентября, в учебных заведениях города продолжается декада бега. На лыжной базе собрались любители бега из колледжа и института МИФИ. Для начала я всю жизнь занимаюсь спортом. Меня сюда приводят не первый раз, я здесь много очень лет уже занимаюсь и провожу время. Для меня это удовольствие, для меня это успех, я живу этим и очень рад, что я могу этим заниматься, могу заниматься спортом, могу бегать и другие посещают секционные какие-то мероприятия. В общем, сегодня очень хороший день, очень приятно. Хорошая погода нас сегодня радует. И все у нас получится. У меня есть двоюродный брат, который занимается, выступает в ММА, в профессиональном виде спорта. Он выступает в Америке и в других странах. Это мой брат, я им горжусь, и я хочу быть похожим, чем он. Как он, таким же быть, как он. Фамилия у брата? Сарновский Александр. На старт символической дистанции в 1 километр вместе со своими подопечными вышли также их классные руководители. Я являюсь преподавателем Атения МИФИ, колледж. Группа у меня КТО 42D и КТМ КТО 15D. Я как классный руководитель. Привело, как всегда, событие, самое настоящее событие – это кросс-нации. Сколько лет существует кросс-нации, столько лет я участвую в этом кроссе наций, как и в лыжне России. Вы как пример для всех своих учеников. Сами я видел, что вы приняли участие в забеге. Как ощущения после того, как пробежали? Ощущения нормальные, особенно после того, как мы сидим за компьютерами очень много. Погода для бега была самая подходящая. Не жарко и без дождя. Так что все присутствующие смогли не только пробежать в компании друзей, но и получили заряд хорошего настроения, бодрости и позитива. Я очень люблю бегать, занималась легкой атлетикой. Спорт все равно это жизнь, там, и надо поддерживать свое здоровье. В данный момент как поддерживаете свою физическую форму? Занимаюсь легкой атлетикой. Профессионально? Нет. Для себя, то есть бегаете на стадионе? Для фигуры. Занимайтесь спортом, чтобы все было хорошо, здоровье и фигура главное. Приглашаем всех жителей города 26 сентября на остановочный комплекс «Кедр», где и будут даны старты забегов в рамках «Кросса нации 2015». Евгений Гурин, Антон Пылаев, Новоуральская вещательная компания. А сейчас о погоде на завтра. Пасмурно, небольшой дождь. Ночью 6 градусов. Днем 9-10 выше 0. Ветер юго-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 91%.
Далее эфир новоуральской вещательной компании продолжит программа «Грани». Наталья Ребрищева пообщалась с Денисом Скомороховым, директором фонда поддержки предпринимательства, который подвел итоги инвестиционного форума «Инно-Новоуральск-2015». Также в программе своими впечатлениями поделились участники и гости форума. Приятного просмотра. До свидания.